китайская музыка, она такая немножко радостно-спокойная. Замечали? Дело в том, что там всего 5 звуков, и между ними побольше расстояния. Ну, раз их 5. Правильно? Она такая разреженная выходит. И между этими звуками нет такой жажды. Как в этой системе европейской музыки. Там есть несколько нот, которые звучат так, когда мы на них останавливаемся, как будто это знак вопроса повисает. Нам срочно хочется его повести дальше. А в китайской музыке у них демократия среди нот. А в европейской совсем даже нет. Тут меня обычно спрашивают, а что, Цой правда так вот думал, да, такой, возьму я натуральный минор вот в песне «Звезда по имени Солнце», чтобы накапливалось напряжение. Конечно, нет. Суть композитора в том, что он ни о чем не думает. Чем меньше думает композитор, тем лучше. Потом мы должны прийти и хорошенько подумать. Композитору все это вообще невдалеко, если честно. И так и должно быть. А скажите, пожалуйста, до какой поры у нас бытовал фольклор как популярная форма музицирования? Ну, может быть, там до 16 века, до 21 века. Может, он до сих пор бытует. Как вы думаете, до какого века? До 18, вы думаете, где-то века, да, фольклор у нас бытовал? Ну, согласен, да, пример, правда? Ну, где-то считательное время остались там и перестали петь. Наверное, надоело. А? До сих пор немножко поют. Да, ну, очень чуть-чуть. До конца 20-го? Не, бабки, конечно, поют. Галантный культуролог. Вы хотите услышать что-нибудь приветливое, а мы вам лучше скажем нечто правдивое. Фридрих Ницше. Почти. Я посмотрел полуторачасовое видео Анны Вилянской про Цоя и пришел к шокирующему выводу. Анна Вилянская не ест детей. Нет, правда не ест. Больше ничего хорошего я об Анне сказать не могу. Зато я могу поделиться некоторыми соображениями о музыке, которые могут показаться вам небезынтересными. Это канал Пони Рояль. За рояль отвечаю я. За пони отвечает понь. В этом видео речь пойдет о музыкальном просвещении и о том, почему деятельность Виленской – это не просвещение, а псевдоинтеллектуальное мошенничество. И, конечно, среди вас найдется человек, который скажет: «Ты просто завидуешь, ты считаешь себя умнее всех на свете» и прочие аргументы известного стиля «сперва добейся». Как я буду на такое отвечать? Ты серьезно? Как-то так. Потому что отвечать на «сперва добейся» — это идиотизм. Но все же, критикуй и предлагай. Поэтому я сразу скажу, что на свете существуют музыкальные просветители, вызывающие у меня чувство уважения. Например, Дэвид Беннет. На данный момент я посмотрел у него 2 ролика. Про контрапункт в рок-музыке и про самую сложную песню Radiohead'а. И это очень хорошие материалы. Чтобы найти его канал, вы можете зайти на мой канал. Канал. Внизу страницы будет ссылка на его страницу. Также там вы можете подписаться на меня, а потом вернуться и поставить лайк этому видео. Или не возвращаться, а сразу переключиться на Дэвида Беннета. Любое действие из перечисленных будет правильным. Только не слушайте Виленскую. Заклинаю вас святым духом Людвига ван Бетховена. Я всегда считал вас занудой и ослом. Вы, конечно, можете сказать: ты слишком категоричен, относишься к Анне Вилянской слишком серьезно. И в чем-то вы будете правы. Ведь то, что она производит, это такой набор малосвязанных звуковых визуальных образов, что вызывает у некоторой части интернет-аудитории невероятное наслаждение. Ну, то есть ASMR-контент. Ты-дика-дика-дум. Я тоже. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тум. Тум, тум, тум. Я выхожу из парадной, открываю свой зонт. Мама, папа! Я тут мастурбировал.
Аккуратнее надо. Но Анну Веленскую представляют музыкальным просветителем. То есть предполагается, что в ее лекциях есть какой-то педагогический или даже научный смысл. Значит, и критиковать я ее буду как музыкального просветителя. Почему вообще существует такое явление, как музыкальное просвещение? Потому что у непрофессионального, но вдумчивого слушателя рано или поздно возникает вопрос, а как это устроено? При этом любая музыка устроена очень сложно, и самостоятельно разобраться в ней, не обладая никакой базой, почти невозможно. Просветитель обращается к публике, которая не имеет базы, поэтому он не может пользоваться профессиональной терминологией в полную силу. Просветителю приходится выработать свою манеру изложения. Изложение должно быть достаточно простым, чтобы быть понятным, но при этом не скатываться в примитив. Соблазн уйти в тотальный академизм или наоборот сюсюканье очень высок. И поначалу я думал, что главный косяк Веленской именно в том, что она до безобразия упрощает материал. Потом, когда я ознакомился с ее лекцией повнимательнее, все оказалось гораздо хуже. Но начну я именно с ее упрощений. Когда мы интерпретируем музыкальные произведения, у нас есть одновременно самый сложный и самый простой вопрос, а именно про чё тут. Сложен он в том случае, если ты отвечаешь на музлитературе или пишешь научную работу. Там надо быть крайне осторожным, переводить массу аргументов и стремиться к логической безупречности. Но в просветительской лекции ты можешь импровизировать, ведь задача не установить научную истину, а подтолкнуть слушателя к размышлениям или объяснить, почему ту или иную музыку стоит послушать. Помимо того, когда ты рассказываешь о смысле музыки, тебе не надо пользоваться академической терминологией. По сути, лепить что хочешь, только не уходи слишком далеко за рамки элементарной разумности. И что же предлагает слушателю Анна Веленская в качестве основной содержательной составляющей музыки Цоя? А вот что. Знаете, так решительно топать ногой. Все преисполняются холодной решимостью. И очень такая решимость у нас внутри. Внутренняя холодная решимость появляется. Холодная решимость и брутального спокойствия. Поэтому мы и чувствуем решительность. Может нас сделать более решительными. Я чувствую и решительность, и меланхолию. От этого, да, трения возникает решительность. Решительность. Да поняли мы, блядь, угомонись. Вот так, дорогие фанаты кино. Спокойствие, только спокойствие и решительность. Больше ничего в ентом вашем Цое Анна не слышит. Стоит сказать, что музыка Цоя, конечно, не блещет эмоциональным разнообразием. Но все же сводить его достаточно богатое наследие к спокойствию да и решительности – это как-то совсем убого по мысли и фантазии. Даже если брать только его витринные композиции, вроде «Звезды по имени Солнце» или «Перемен», там все будет несколько сложнее. О чем бы говорил я, если бы мне вздумалось разбирать музыкальную образность Цоя? Ну, например, почему бы не начать с его корейского происхождения? Или с того, что его отец родился и прожил достаточно времени в Казахстане? После того, как ты об этом задумываешься в связи с музыкой кино, то поневоле вспомнишь об акынах, такие среднеазиатские сказители, если кто не знал. А через акынов легко перейти к рассказу об эпической мелодике, о мелодике блин и гимнов. Или вот почему бы не пойти к Цою через кей-поп. В конце концов, многое из того, что свойственно для кей-попа, можно найти в музыке Виктора Робертовича. Ладно, пусть это не совсем серьезно, пусть соображение о связи Цоя с азиатской культурой можно счесть высосанным из пальца. Мы не знаем, рассказывал ли ему папа про восточную культуру, или только 6 аккордов на гитаре показал. То утверждение об эпической природе некоторых его песен вполне релевантное. Да, так бывает, если дело касается индивидуальной интерпретации, которая и используется в просветительских лекциях. Мы выводим правильный вывод из предположительного факта. Поймите меня правильно. Цой мог быть знаком с восточной культурой, а мог быть незнаком. Мы ничего об этом не знаем. Во всяком случае, я не нашел. Влияние происхождения культуры здесь может быть, а может не быть. То есть я не исхожу из того, что точно является ложью. Я лишь немного выхожу за рамки академизма, где используют в идеале только подтвержденные факты. Еще раз. Индивидуальная интерпретация тем и хороша, что вы можете вслед за мной увидеть в Цое этакого акына или, прости господи, шамана. Я русский! А можете воображать себе что-то свое, но в пределах разумного, конечно. А Анна Веленская предлагает своим слушателям унылое спокойствие и решительность и вдалбливает это им в голову с упорством какого-нибудь нейролингвистического балдуя. И уже в этом можно увидеть определенные отношения Анны Веленской к аудитории и к разбираемому предмету. Аудиторию она держит за дегенератов, а предмет знает исключительно плохо и ей на него наплевать. Подождите! Вы слишком быстро все...
слишком быстро все решили. Скажете вы, ты все еще слишком торопишься, дай нам больше материала. Хорошо, перейдем к нашим специфическим профессиональным вещам и посмотрим, насколько компетентно проявляет себя в них Анна. В начале лекции она высказывает вполне справедливую идею. Главная цель — это понять связь между ощущениями и средствами, которыми композитор этих ощущений в нас добился. И как же, по мнению Анны Веленской, Цой передает своему слушателю эти самые спокойствия и решимость? Ну, например, с помощью уникальной ладовой структуры. Послушаем же, что Анна нам сообщает о явлении лада у Цоя, ну и вообще. Мажор, минор — это такие разные тональности. Одна посветлее звучит, другая похолоднее. Нет, это не тональности. Тональности привязаны к определенной ноте. Это ми-минор или до-мажор. А лад — это просто последовательность звуков, связанных между собой по определенной системе. Да, лад и тональность — вещи взаимосвязанные. Да, это мелкая придирка. Да, возможно, что лектор оговорился, с кем не бывает. Но таких неточностей дальше будет масса. Средство выразительности — русский рок. Это ляпнул кто-то из зала, она только повторила, но не удосужилась объяснить, почему так говорит неправильно. Жанр — русский рок, что в принципе всем понятно. Ага, а здесь русский рок уже жанр. И это тоже неправильно, это идиотская калька с английского. Пульс — это равномерная пульсация в музыке, она есть практически всегда. Не практически, а всегда. Зачем эти реверансы? Аккорды — это кубики через одну. Понимаете, если вы возьмете три штучки, вот вам и аккорд получится красивый. Нет, аккорд — это когда сочетается больше двух звуков, а иногда два звука. Хотя действительно, какая разница? Еврейский, европейский, одно же то же. Впрочем, скорее всего, это просто слайд сляпали и забыли выверить перед лекцией. Чего их выверять-то? Кто на них смотрит вообще? Потому что схавают! Ладно, скажете вы, мы поняли. Лекция сделана крайне неряшливо, это плохо, но все еще не криминально. Я тоже так думал, пока не услышал следующее. А в китайской музыке у них демократия среди нот, а в европейской совсем даже нет. Чувствуете, и все они спокойны. На каждой можно остановиться, постоять, все хорошо. А у нас не на каждой. Это настолько выдающееся музыковедческое открытие, что ему стоит уделить особенное внимание. Для этого надо поговорить о том, как устроены мажор и минор. Вот посмотрите на ту схемку с синими и красными кубиками. Не на всех нотах мы можем спокойно постоять. Так. Можем, правда, да? Сколько угодно могу играть эту ноту, и вас не дергает. А вот это уже какое-то сомнение, да? Хочется на другую ноту пойти. Снова все хорошо. Снова все хочется вперед двинуть. Чувствуете, да? Они на два вида делятся. Снова все хорошо. А дальше страсти накаляются. Две ступени неустойчивые подряд. Для здоровья малыша А-гу-ша. Правильно, да? Это вполне годное объяснение, как устроен мажор. Я, правда, не знаю, почему Анна не хочет отдельно обозначить, что звуки, составляющие лад, называются ступенями. Хотя при этом употребляет это слово. Также не очень ясно, почему она не хочет прямо сказать, что существуют устойчивые и неустойчивые ступени лада. Хотя, опять же, походи она их так называет. Видимо, это и кажется уже лишней терминологией, хотя лад она рисует в виде лесенки. Чего легче, чем сказать, что вот вторая, четвертая, шестая и седьмая у нас немножко шаткие такие, надломленные ступенечки неустойчивые, а первая, третья и пятая устойчивые, твердые, и хочется на них опереться. Ну вот о чем Анна Веленская не упоминает вообще, это явление тяготения, которое является базовым для устройства мажора и минора, хотя и подходит к этому понятию вплотную. Тяготение — это очень просто. Когда мы стоим на неустойчивой ступени лестницы, нам хочется перейти с нее на одну из ближайших устойчивых. В ладу такой переход называется разрешением. У кого есть разрешение, за мной, у кого нет, остаются здесь. Явление тяготения и разрешения уникальны для мажора и минора, а также на них основаны так называемые гармонические функции. Есть три основных аккорда в миноре, вот как раз из таких из устойчивых кубиков, допустим. Потом такой немножко напористый. И третий, для того, чтобы черный бумер спеть, да, нам нужно у нас черный бумер, и нужен третий аккорд какой-нибудь. И вы чувствуете, вот он такой нервический аккорд. И вот помните, три аккорда, на четвертый обычно мы приходим обратно. Они вот так и сменяются по кругу. Представляете, да? Вот у них есть три смысла, три красивых слова. Тоника, субдоминанта и доминанта. Тоника — это очень устойчивый аккорд. Он, если так со знаками препинания сравнивать, похож на точку. Да, вот он какой-то очень-очень спокойный. Субдоминанта — это некий восклицательный знак.
А доминанта — некий вопросительный знак. Здесь все верно, исключая, возможно, утверждение, что субдоминантовый аккорд звучит нагловато. Вообще считается, что он звучит, наоборот, несколько пассивно, как вот, например, тут. Пассивен он потому, что в силу определенных особенностей стремится к разрешению меньше, чем доминантовый аккорд. Так к чему я прикопался, если сам говорю, что все верно? А вот к этому. А в китайской музыке у них демократия среди нот. Да будет вам и Анне известно, помимо мажора и минора, в мире существует еще хреново туча ладов и систем, которые структурно никак не похожи на европейские. Видите ли, это у нас в головах тяготение и разрешение естественные, само собой разумеющиеся процессы, тогда как боженька или мать природа их не создавали. Вовсе не из-за законов физики. Мы слышим тяготение и разрешение, и не из-за них мажор слышится нам как светлый, приятный, радостный, милый сердцем, а потому что культура у нас такая. Алло, это всего лишь культурная условность. И тут я хотел подробно объяснить, как устроена китайская музыка, но потом решил, что вы без меня сможете нагуглить текст под названием Юэцзи. Хоть в русском переводе, хоть в английском, хоть в оригинале. В Юэцзи в шестом же абзаце крайне просто изложено, по каким принципам строятся китайские традиционные лады. Да, их несколько, их вообще даже много, а не только тот, что Анна Веленская на рояле по-черному играет. Если вы найдете этот текст, то увидите, что китайская ладовая вертикаль власти куда жестче европейской. Кащи, блядь, демократия, откуда она вообще взялась? Компьютерное построение. Если вы это сделаете, вы будете уже чуть менее ленивы и пухлистичны, чем наш выдающийся лектор и музыкальный просветитель. И пусть китайская музыка не имеет прямого отношения к теме лекции, но то, что Веленская произносит что-то, что совершенно явно противоречит известным фактам, хорошо показывает ее компетентность и добросовестность. Минутка музыкального шовинизма. На 15-й минуте лекции Анна сказала: в музыкальной школе нам 5 лет его объясняют. Я, конечно, заинтересовался, потому что пианисты, скрипачи и прочая элитка учатся дольше. Полез смотреть, чем она занималась в школе, и выяснил, что духовики, никогда такого не было, и вот опять. Все это, разумеется, узкоспециальные пошутеечки. Во-первых, не все духовики тупые, некомпетентные. Ладно, ладно, правда, не все. Во-вторых, концу Веленская закончила как композитор. Но вообще-то это еще хуже, потому что композитор тем более не должен позволять себе подобные лажи. Однако, что там про Цоя, его уникальные гармонии? И вот вы знаете, доминанта — это самая главная краска, как мне кажется, в поп-музыке. Вспомните любую песню, что там происходит перед припевом, но не в песнях группы Кино. Это тоника. Ну, такой спокойный аккорд, правда? Нормально. Это такой немножко такой гордый, да? А этот такой тоже опять спокойный, правда? Но если бы это была песня не Цоя, то она звучала бы совершенно иначе. Ну-ка, давайте попробуем ее испортить. Давайте. Вот было. Накапливалось это напряжение. Вроде наверх пошли, да? Это всегда в плюс напряжение. И еще. И вдруг с такой, знаете, нормально, правда, да? Вот такой он должен был бы быть, по идее. То есть, согласно Анне, перед припевом должна звучать основная доминантовая гармония, чтобы мы захотели быстрее влиться в припев. Или, во всяком случае, так устроена поп-музыка. Что ж, для проверки этого тезиса давайте возьмем самую попсовую песню 10-х годов, которая собрана именно настолько шаблонно, чтобы точно понравиться всем маленьким девочкам, то есть своей целевой аудитории. Oh.
Повторяю, эта песня почти целиком состоит из шаблонных ходов. И что тут перед припевом? Никакой доминанты. А вовсе себе аккорд четвертой ступени, то есть субдоминанта. Ладно, допустим, судить по одному треку, да еще такому, который был написан сильно после смерти Цоя, нельзя. Возьмем что-то, что по времени Цою ближе, а именно самую попсовую песню 90-х годов, которая собрана настолько шаблонно, чтобы точно понравиться всем маленьким девочкам той своей целевой аудитории. Опять не доминанты, и опять аккорд четвертой ступени. И вот я начал вспоминать все подряд. Вообще все попсовое подряд. И что? В выходной песне Моаны перед припевом гармоническая субдоминанта. В овертайм Бритни Спирс тоника. В My Mortal группы Evanescence. Иванеска. Доминанта присутствует, но сначала она разрешается в аккорд шестой ступени. Это называется прерванным оборотом. И только потом наступает тоника и припев. Я показал две песни в мажоре, а вот Цоя там везде минор. Но на самом деле это вообще пофигу, потому что гармонические штампы и там приблизительно одинаковые. А, вообще мне долго пришлось вспоминать, кто же у нас в поп или рок-музыке любит основной доминантовый аккорд, который Вилянская называет нормативным. Знаете, кого я в итоге вспомнил? Ну что ж, у всех, конечно, разные понятия о норме, но если сравнивать Цоя и братьев Самойловых образца 94 года, я думаю, показатель нормативности у него будет очень сильно выше. Следует оговориться, что в Блатнике и дворовой песне основной аккорд доминанта является нормой. Но я не думаю, что Блатняк уместно сравнивать с поп- или рок-музыкой, потому что по своему устройству он сильно отличается от них, и его нормы совсем не похожи на их нормы. Поэтому, что можно сказать на слова Анны про... Доминанта — это самая главная краска в поп-музыке. Правильно. Вы не поверите, но это был пи***ж. В поп и рок-музыке основной аккорд доминанта не то, что не является любимым гармоническим средством. Наоборот, авторы его по возможности избегают. И да, избегает ее и Цой. А, правда, в «Звезде по имени Солнце» он использует аккорд седьмой натуральной ступени, а не субдоминанту, как у «Let It Go» и «My Heart Will Go On». Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Я отдельно обращаю внимание на это, и потом станет ясно зачем. Извините, я просто подумал, что часть из вас давно заснула, потому что вы перестали что-то понимать, а часть заснула, потому что все это прописные истины. Поэтому я подведу кое-какие итоги. Итак, Анна говорит, что Цой использует нестандартные аккорды, чтобы изобразить ее любимую спокойную решимость. Подходят они для этого? Да, подходят. А также они подходят для светлой грусти, для песни на тему «Пошло оно все» и для песни про «Хочу приключений». Потому что это аккорды абсолютно стандартные и подходят что Цою, что Селин Дион, что Эмили, что Линкин Парку. Короче, Анна лжет вам, что у Цоя есть особенное гармоническое мышление. Уникальные гармонии встречаются у Beatles, Nine Inch Nails, у Billie Eilish, если из русского, то у DDT. Но кино — это группа с этой точки зрения очень обычная. Так почему же наш пламенный музыкальный просветитель уверяет в своей аудитории? А бес его знает. Скорее всего, ей просто наплевать на предмет, о котором она говорит, равно как и на публику. А мне наплевать на всех. Но может быть грубая ошибка это исключение, а не принцип работы. И дальше в лекции все в порядке? Давайте узнаем.